Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Рая Далио «Принципы жизни и работа. 10 основных фактов». Большой обзор и текстовая версия по ссылке в описании. Факт номер один. Жизнь – игра. Автор предлагает относиться к жизни как к игре, в которой человек способен устанавливать правила. Принципы являются правилами игры. Они необходимы, чтобы гармонично сосуществовать с окружающим миром. Суть жизненных принципов. Чтобы понять себя, Рэй предлагает задаться вопросом, в чем счастье. По мнению автора, существует два пути его достижения. Первый заключается в выявлении и удовлетворении потребностей, второй – в ограничении запросов. Писатель считает потенциально успешными людьми тех, кто выбирает первый способ достижения счастья. Искренность перед собой. Далио призывает быть честным, в первую очередь, перед собой. Осознание недостатков позволяет проработать и устранить их. Это путь к самосовершенствованию. Научившись понимать себя, человек без труда находит язык с другими людьми. Борьба с дискомфортом. Люди часто останавливаются на пути к цели, потерпев неудачу. Эмоциональная боль служит защитной реакцией психики. Необходимо настроиться, что очередное падение неминуемо приближает к цели. Преодоление препятствий укрепляет характер. Пятый факт – ошибки. Причины многих проблем кроются в ошибках. В приличном обществе принято их умалчивать. Автор предлагает не принимать свои промахи близко к сердцу, а наоборот ценить. Шестой факт – мечты и реальность. Необходимо научиться отличать ожидания и реальность. По мнению автора, мечта формирует цель, а реализм – вектор пути к ее достижению. Он считает идеалистов, летающих в облаках, одной из основных проблем бизнеса. Объективная оценка знаний. Успешный человек никогда не будет скрывать, что чего-то не знает. Он не стесняется своих недостатков. Люди пытаются выглядеть всезнающими, но это не приводит к цели. Восьмой факт – желание развиваться. Недостаточно поставить цель и выполнить ее. Жизнь состоит из циклической цепочки – желание-реализация. После достижения цели приходит новая цель – это двигатель прогресса. Создание эффективной бизнес-команды. Выбирая сотрудника на должность, необходимо брать во внимание его ценности. Коллектив со схожими принципами будет работать слаженно. Заключительный факт – грамотный менеджмент. На первых порах руководителю нужно установить тесный контакт с подчиненными. Пока они не научатся действовать самостоятельно, придется направлять и курировать их. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем книгу Рая Далио «Принципы» вместе с «Читай быстро».